Тасалиев еще раз повторил, что он считает, что нет вопроса Нагорного Карабаха, что он уже закрыл и так далее, и всем пора смириться. Как видно, по результатам это не совсем так. И пытаться соревноваться с лидерами современного цивилизованного мира не советовал бы никому. Это была ваша идея приехать в Баку. Я могу сказать это еще раз перед камерами. Я не приглашал Минскую группу в гости. Однако, когда мне сообщили, что Минская группа хочет приехать, я сказал, что не возражаю. Может, они что-то хотят мне сказать. Если вы хотите сказать это перед камерой, присоединяйтесь. Если вы не хотите, чтобы я говорил им, отпустите их. Как хотите, я слушаю вас. I'm listening to you.